Ты чего приуныл, сынок? Ничего. Скоро уж, за Шклов, за Грязнухой. А там, за горой, и Малый Екатеринов. А в Малой Екатериновке тоже голодают? Голодают, сынок. Но не есть чем у нас. И люди помирают. Бывает, помирают. Но не так, как в Затоне. А почему? Трудно сказать, сынок. Может, там люди подружнее. А может, там дураков таких нет, как Колодный, али сукин сын Воронин. Тут сразу не угадаешь. Вот он, меньшой мой. Здрасте. Ну, здравствуй. Идем. Да не в этом дело, а в том, что он, Воронин, этот, дурак, и все. Я вам делаю сводку в райком Шабатина. Так, пишу. Коллективизацией охвачено 64% нашего крестьянства. Ну, как есть, так и пишу. А он, Воронин этот, шлет сводку в район. Что, мол, у нас в Савкином Затоне 101% коллективизации. А? 101%. Откуда? Пойдете слови. По сей пору в артель не вписался. Другие что? Не дурак. Хлопец твой вижу спит. Ну и загрехнул. Нет, мужики, не дурак. Не дурак он. Стало быть, враг крестьянскому делу. И не враг он. Любитель советской власти он. Как же не враг он тогда, коли он беззаконник и невежа? Коли он отправляет сводку в район 101% охвата, так теперь он преступно силой в шею будет загонять мужика под этот 101%. И Ульку-дурочку туды же, ради процента, сверх 100, придачу. Произвол это, мужики, произвол. В таком положении мужика пропадает охота к земле. Из него выходит самый дух крестьянства. Разве мужик живет только для кормления? А коли ты его держишь в уздечке, не даешь распоряжаться ни хлебушком своим, не даешь работать ни земле на своей, а сидишь над ним этим опекуном, надсмотрщиком, ну тогда и корми его. Он и вправду голодает.
мужик. Да чего дошли? И это на 15-м году советской власти. На 15-м году земельного декрета Ленина. А ты говоришь, не враг. Враг! Еще какой враг! Видишь ли, Николай Михайлович, прежде в государстве, как вам, крестьянину, живется худо. Государство-то хворое. И Воронина Вениан, пстицы великие. Хвале да по хвальбе, по году. Правду и совесть все до последнего зернышка, до последней скотины, до последнего мужика предадут. Им советская власть, восторг, разгул. Вот поэтому и давят они этот 101%. Тяжелые наши времена. Опору потеряли. А мужик за все расплачивается. А Сталин? Сталин-то? Он глава партии. А? Куда же он смотрит? Внукин Коля, жалко тебя. А вы, мужики, прям с ума посходили. Вдруг выдаст кто? Да ты что, выдаст? Своичи? Мишка! Мишка! Что ж ты, негодяй, делаешь, а? С ума можно сойти. А? Как это тебе угораздило, а? Лизана Рыжева, живо! Не сяду. Что ж ты делаешь, ушел ночью-то? Хоть бы с утра. А? Мне ж не слыхал, что люди говорят про их места. Может, вернешься, сынок? Не вернусь, папа. Все равно не вернусь. Ты уж не маленький. Ступай, сынок. Только это... Мать ее, не сказывай. Наши люди не поможешь, ее сгубишь совсем. Умрешь. Хорошо. Не скажу. Спасибо. На вот, матери передай. А то садись, перевезу через лес. Не надо. Я так. Учусь в Малой Екатеринке.
щенчи. Вот, Настя, ширяй, ширяй, ступицу прям, ширяй. Ну, ну давай. Вы что, с ума посходили? Сдурели, что ли, а? А ну, прекращай! Прекращай, говорю! Кирилл! Кирилл, мать твою задницу, ты что ж делаешь-то, а? Ты что, не буду закупаться? Ну, хорошо, это тебя обеспечит. Обеспечит, я тебе говорю. Приходи, бросай сейчас же! Вы что ж делаете? Это грабеж государственного имущества! Мать вашу за ногу! Ты чему детей учишь, а? Ну-ка, стой сейчас! Остановитесь все! Прекращайте грабеж! Пересажаю ног вашу за ногу! Вези на общий двор! На общий двор, братцы! Не надо, сынок. Не сказывай ничего. Я все знаю. Иди в школу. Учитель приходил. Пойди, пойди.
Откуда? Из России. Чем оттуда? Из губернии какой? Саратовской, из-под Баланды. А из деревни? Затонской. Из Савкина Затонова. Меня-то помнишь? Помню. Ну? Дед Харламов ты, шопер. Погоди, да кто ж ты такой? Я-то Иван Резак. Дмитрия покойного сына, значит. Большой. Полетаю. Он самый. Самый ты. Да как же это ты? А так, и этак, ребятишки мрут. Жалко. Вот, картохи промыслил. Кусков хлеба пшеницы. Ты вижу тоже. Из Баланды вижу. Сушеных яблок отвез. Да ты клы. Что прикупил, что время имел. С мучицей да зерном мы дотянем. Вон она рожь-то поднимается. Вспомни щедро выдела, что главное нет невозможно. Что значит беда этой чего? Ну, хоть 6 лет ты прожил, Мария Яныч, видал такого? Ну, суховей, ну, потом бы, ну, разруха по 21-му году. Ну, надеюсь, колос просто. И все помер. Да чего ж это ума? Нашего. Мого! Что здесь, Ваня, о последней нашей жизни? Давили, видишь, ты давили мужика под царя дворянов. А как бы уж вовсе выдавили душу живую. Одни рабские шматки остались. А тут пришел день, разрушено рабство. Растирайся, народ, как хочешь. Вставай сам против судьбы своей до основания. Один на один, без царской помехи. Советская власть нам... Ну, да как попробуйте на свободе жить? Сами справляйтесь умом своим. А мы не можем. Не приспособлены. Ленин-то помер рано. Научить некому. Мы жизнь нашу, хлеб наш, Воронину, Терентью доверили. А такие люди, ох, беда, вредны. Они, какой хочешь, доброе дело попортят. Такого мужика у нас сколько хошь той жизнью рабской понаделано. И долго он не выберет. Ой, долго. Он шустрый. Не за хлеб твой боится, не за землю, не за жизнь свою. Он за свой страх боится. Ему жить надо, чтобы за него кто-то отвечал. Раньше, чтобы бог или царь, а теперь еще милиционер, или уполномоченный, или чтобы секретарь в Баланде. И чтобы за каждого отвечал кто-то выше, еще выше, до самого края власти. Сам он, кроме чина, на себя ничего не хочет брать. А земля, Ваня, нам отдана навечно под декреты. Сами ведь, сами хозяева на ней должны быть. Сами должны жизнь свою строить. Добро на ней сами должны делать. Верю. Ты верь, Ваня, верь. Ни Богу, ни царю,
Декрету Ленина верь, тебе верь, народу верь. Я знаю, я жизнь прожил. Заблудились мы на нашей земле. Что это мы, как мы соседи? Кину-ка я котомку свою тебе на вазу, да пособлю катить, а? Посади, колесо еще есть. Пошли, что ли? Пошли. Подтолкни-ка сзади. Я уйду, Аверьяныч. Куда? А уйду, и все. А что пугаешь людей, Иван? Не пугаю. Дали ведь за тону, не уйдешь. На что пугаешь? Эй, сдурел, что ли? Эй, Иван, Иван, по что пугаешь людей, за Господи? Господи. Жив кто? Кто это там? Михайло, Аверьянов.
Хлебушка. Хлебушка. Возьми. Ты как? Ты еще рано? Голодно. Ешь, милая, ешь. Переживем. Ты, боженька, не беречь, но тоже и живу быть. Боженька, Уля, и велю тебе жить еще. Тогда помоги, боженька. А то как же. Вот, возьми еще. Родиться. Давай. Ну-ка, ну-ка, вот. Пойдем на волю. Так, хорошо. Ну да, давай, давай, давай. Давай, милая, обопрись. Так. Так. Пойдем, родная, пойдем. Оставим тут порожек. Ага. Ага, хорошо. Идем. Подышишь. Thank you.
же ты молчишь, Евдох? Скажи. Не молчи. Скажи, все от тебя сущее. Все рожденное тобой. Ну скажи, что же вы окаянные коммунисты, благодетели? От чего запустение, от чего голод? Где начало? Земля бродит, а мы без хлеба. Разве можно терпеть? Разве можно жить смирно? Почему ты не свирепеешь? Почему не спросишь с нас, коммунистов? Ведь содрогнулись бы деды и прадеды от такого факта. Ну, закричи! Предай анафеме! Заплачь! Прости нас. Прости нас, Евдох. Не умело ли, не родило ли мы, я не знаю, я не знаю. А пусть губят землю командиры родители. Или порой с мандатами. Не знаю, не знаю. Ну что, депутат? Что, секретарь? Ежели мы власть советской партийной, впрягайся. Давай. Евдоха? Пошли! Сват! 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 Куда сват? Без присмотра. Не могут они жить без человека. Да.
спустится в штаниках. Я мабуть брека. Мабуть. Брека. Брека, да. Ульян телефон помирает. Здесь, а ты? С тобой, Юля. Господи, как долго, Миша. Вниз гляжу. Как долго вся жизнь пальцы сложили, крестом сложили. Я сложил. И руки на груди. Иди. Не хочу при тебе. Родной. Иди. Буля.
все надо. Ой, батюшки. За мной чей? За тобой, Николай Михайлович. Это против кого ж я? Против закона, видать. В общем-то, верно. Попробуй зараз служить Богу и черту. Обыскивать станете? Чего искать-то? Сдай печать. Глаша собрала бы, что на дорогу. Бельишко там, хлебца. Ну что, плохо дело. О чем нам знать, Михайлович? Сядем. Ну, с Богом. Пошел я. Колюшка, пропадешь. Муж, тебе вот плохо будет. Я-то проживу. Ладно, ты уж живи как-то. Щепоткой соли не разживусь. Рось, что ты все сидишь? Ты сидишь, как каменный. Настрадалась, намучилась со своим побаленным. Сердце-то, милый, не камень. Плюнь ты на него, не стоит он твоих слез.
сколь далі? Проподіка. Мам, ты только глянь, мам. Аванс, мать. О, как, все собрались. Здравствуйте. За доброту. Ты чего это, мам? А? Чего за столом садишься? Мама ела. Отца судить будет. Привезут из Баланды. У нас, на Рдоне. Мог я, граждане судьи, эту пагубу колхозному строю спокойно перенести. Что же это? Скот по стойлам дохнет. Председатель Воронин грозен ходит. Солому по полям сторожить. Горе ж, граждане. Горе. Солома тая на полях государственная, не колхозная. Летось по заготовкам черная. На свою провокацию с гнилой соломой дам я суду чистосердечное разъяснение. Останься, думал Скот. Спасем, постят. А не спасем, будьте покойны. Советская власть под завязку выдаст. Остался. Что? Скот. Опоздали. Больше чести подох. Суд открытый, товарищи. Продолжается. Прошу соблюдать порядок. У меня еще вопрос к подсудимому. Все-таки скажите. Гражданин Харлан, пропускные справочки с вашей подписью и государственной печатью. Простите, я давеча сказал неправду. Мол, навет. Было. Служил двум богам разом. Кулаков кулачить — это правильно. Графьев, Шереметьевых, Чехмазок бить — это верно. Этого мы 100 лет ждали. Но как же его, хлебороба, ежели он хлебороб, ежели труд его на земле
столь необъятен и ни с чем несоизмерим, как же его хлебороба в поруху. Знать сам Сталин не верит крестьянина. Коль жмет вот так, давит под корень, нежели она партия, наша ведущая, куда же она нас завела? Нежели она партия, где же ум-то ее? Нежели она партия, как же она не содрогнется, глядя на беду-то на такую? Тебе, говорю, Шабатин, нечто это союз рабочего с крестьянином. Какой же это? Серп и молот. Это уж не серп и молот. Это смерть и голод. Ты что, говоришь, Харламов? Опомнись. Это нехай наша власть опомнится. Мне и едино. Ты глянь, Воронин, дорогой наш председатель, глянь на дело рук-то своих. Сколько родных дворов порушено, сколько изб на перекрест заколочено, сколько отчих очагов погашено. Начался великий бег. Дрогнул перепуганный тобою мужик и развеялся по белу-то по свету. Кады его остановишь? Кады! Чем земля виновата? Помнишь, Шабат, колхозы сооружали? Полон нардом, народу-то было. Яблоку негде упасть. Теперь оглянись. А вымерли. Спасутся ли, скажи, хоть остаток-то людей? Я не боюсь твоих вопросов, Николай Харламов. Я боюсь своих ответов. Человек, который впервые посадил зерно и не стал слабый росток его вытягивать из земли, даже ради своего пропитания, не лихолетия. Подождался, пока он вырастет и созреет. Этот человек первый и великий хлебороб. Он получил истину. Зерно должно дать потомство, а хлеб созреть. Все дальнейшие люди, хотя бы они посадили и 1000 зерен, засеяли всю землю, но принудительно вытягивающие ростки до их созревания не землеробы. Партия, которая
которая вложила в душу крестьянина великое зерно коллективного труда, получила историческую истину. Зерно должно взойти, идея созреть. Без принуждения, без произвола. Все дальнейшие люди, хотя бы они загнали в колхозы миллионы душ, согнали с земли сотни тысяч, не с партией, против партии. Грядущая Россия будет великим и трудным. Но, Боже, сохрани ее от такой власти, которая будет опираться не на весь народ, а на рвение и подвиги партийных горлопанов и верноподданных. Наше дело – социалистическое дело, конечной целью которого является коммунизм. Но не все оправдано, что совершается во имя этого. Не любой ценой, не любой расплатой. Испокон веков русский человек говорил спасибо. Спасибо князю-повелителю, спасибо помещику, спасибо царю-батюшке, спасибо... Спасибо, спасибо, спасибо. Когда же, наконец, мы скажем спасибо терпеливому и многострадальному народу нашему?
Сергея. Идем, мать. Идем. Про меня спрашивал. Спросил. А что спросил? Как ты спросил? А может, что сказал? Ну, ничего. Ничего не сказал. Ничего не сказал. Леня, ну уже. 7 годов дали. Если бы не 33-й год, если бы не Колодные и Воронины, где бы мы были теперь, как бы мы жили? А чего же поникли мы духом, опустили руки перед ними? В тот самый момент, когда меньшинство получило свободу за счет свободы большинства трудящегося народа, обречивая эту свободу благодаря революции. Вот в тот самый момент, когда это меньшинство вручило крестьянину великое обещание: земля народу без права свободно сеять и есть свой хлеб. В тот самый момент меньшинство это отняло у крестьянина его вековое достоинство, чувство хозяина земли. Исчезло имя собственное «крестьянин», возникло нарицательное имя «колхозник». Миллионы людей попали в ловушку оглушительных слов, которые так и не позволили на деле выбраться крестьянину на просторы полей. Лишили его свободы мыслить о земле
запретили ему сохранить вековой уклад, основу его бытия, живую связь с природой. И тогда пришла беда, корень зла, утрата веры в славу собственного труда. Стало расти владычество без участия. Как не тяжело вспоминать былое, наши испытания, нашу борьбу, а я все-таки обязан сделать это перед своими земляками. Обязан, как коммунист, как сын своей земли, обязан перед памятью людей, свершивших слепой подвиг коллективизации, не пришедших с сибирских лесоповалов и рудников, отдавших свои жизни на боевых рубежах Великой Отечественной. В самую трудную годину, до самого своего смертного часа, не разуверились они советской нашей власти, не предали ее анафеме, не прокляли, завещая свою веру, кому суждено жить, бороться, побеждать и исполнять свои обязанности на крутых поворотах истории.